Анонс и точная дата выхода 4 сезона сериала «Диверсант». Съемки нового сезона сериала проходят сейчас в Калининградской области. 4 сезон популярной военной драмы выйдет на Первом канале 9 мая. Называется он «Идеальный штурм». На этот раз история разворачивается весной 45 года в Восточной Пруссии. Зрители увидят историю о двух разведчиках, которые участвуют в подготовке к штурму Кёнигсберга. В центре внимания – события, которые предшествовали грандиозной военной операции по взятию хорошо укрепленного города-крепости Кёнигсберг. Обстоятельства этого штурма хорошо описаны в книгах. Наши разведгруппы подготовили штурм и лишили немцев преимущества. Вели радиоперехваты, минирование, изучали улицы города и объекты. Как раз такие отважные разведчики – главные герои четвертой части сериала «Диверсанта». Съемки фильма проходят сразу в нескольких городах – Калининграде, Советское, Черняховское, Зеленоградское, Балтийское. Всюду съемочная группа ищет в живописные уголки и сохранившейся оригинальной архитектурой уютные улочки с брусчаткой. Все это попадет в кадр довоенный Кёнигсберг. Собирают по кусочкам, как мозаику. Также стало известно, что сюрпризом для всех зрителей станет появление Владислава Галкина, которого воскресили с помощью компьютерных технологий. Напомним, премьера 4 сезона сериала состоится 9 мая на Первом канале. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.